Всем привет! Это дядя Паша, вы смотрите проект Fusion 365. И прежде чем начать сегодняшний выпуск, я просто не могу не поделиться радостью. Дело в том, что сегодня подтвердили мой доклад на Autodesk University Russia 2018. Это конференция Autodesk, которая пройдет 3-4 октября, по-моему, в Сколково. Поэтому с очень большой вероятностью мы можем с вами там встретиться в этом году, в октябре. Теперь переходим, собственно, к выпуску. Сегодня у нас Monthly Challenge, самый свежачок. Это июль 2018 года, то есть вот прям еще тепленький. На первый взгляд такая относительно сложная фигура, но мы сделаем ее ровно за 3 операции. Можете засекать. Итак, поехали. Картинка, как обычно, вставлена у нас в Background Canvas. Начинаем эскиз. И вначале мы отрисуем вот эту часть, без полукруглой части, без выемки. Здесь у нас 14, 35, 36 и 13. Начинаем. Рисуем, рисуем, рисуем. Вот такая форма у нас. Образмериваем. 14, 35. 36, 13. Все почернело. Теперь мы создадим тело при помощи операции Extrude на глубину 24. Ну, я предполагаю, что все это в миллиметрах. Как бы не менял единицы измерения в модели. 24 миллиметра. Все. А теперь нам нужно сделать вот эту выемку. Мы ее сделаем очень просто. Создаем еще один эскиз вот на этой плоскости. Спроецируем сюда тело, чтобы было от чего отталкиваться. А затем его скроем, чтобы не мешалось. Переведем в вспомогательный режим все эти линии. Я забыл это сделать перед проекцией. Теперь уже так можно. И мы должны нарисовать вот эту часть. Вот такую фигуру. Вниз 12. Здесь 14. Так. Так. И вот так. Эту зависимость нам не нужна, мы ее удалим. Я уже забыл размеры. 14 и 12. 14 здесь. 12 здесь. Ой-ой-ой, что это такое? Так, здесь у нас должно быть перпендикулярненько. Вот так. Все, прекрасно. Стоп-скетч. Обратно отобразим тело. И, собственно, теперь нам нужно сделать экструд. Но не просто экструд, а, во-первых, в качестве начала мы выберем From Object. Так, давайте попробуем. А, нет, грань. А точку можно выбрать. Давайте выберем эту точку. Сделаем вот так. Получилось даже еще проще, чем я думал. О. Окей. Мы получили выемку. И теперь дорисуем недостающую полукруглую часть. Базовая плоскость XY. Опять же, проекция тела. И затем мы можем применить здесь разные способы, но мы можем сделать это в лоб. У нас есть начальные и конечные точки и радиус. Делается это так. Дуга, трехточечная, 3-point arc. 1, 2, 3. А затем задаем радиус. Радиус 18. Все. Этого достаточно. И теперь экструд на высоту 14. Вот до сюда. Join. Готово. 3 операции. Если кто-то может сделать за меньшее количество, напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Если информация полезна, то палец вверх. До встречи на канале и в октябре в Сколково на Autodesk University Russia 2018. Пока!